Ряд источников утверждает, что еврозона – продукт немецкой разведки. Германия потерпела два поражения подряд в мировых войнах. США – на месте мирового судьи, полицейского и казначея. Ослабленная ФРГ заручается поддержкой заклятых друзей – Англии и Франции и создает в 1957 году ЕС – Европейское экономическое сообщество. В 1979 году создана валюта ЭКЮ по названию французской монеты. В 1992 году принят Маастрихтский договор с требованиями ЭКЮ к странам. Инфляция не выше 1,5% от уровня трех самых стабильных стран ЕС. Дефицит бюджета не выше 3% от ВВП. К 1998 году ЭКЮ упразднили после анонса преемника «Евро» на саммите в Мадриде в 1995 году. Евро занимает треть межбанковского обмена в SWIFT. Доллар выше 40%. Евро – официальная валюта 19 стран еврозоны. С 1998 года евро – резервная валюта. 1 июня 1998 года учрежден Европейский центральный банк – ЕЦБ. Штаб-квартира во Франкфурте-на-Майне, Германия. А Англия выходит из состава ЕС. Бывший глава ФРС Алан Гринспен считает, что евро в перспективе может заменить доллар США.